Здравствуйте, меня зовут Евсеева Анастасия. Я старший менеджер-консультант магазина Турсиберика Тверская 4. Сейчас очень непростое время для всех. Закрыты наши магазины. Спасибо, дорогой редакции Сквайр, за подарки и за этот уникальнейший номер. Уже традиционно хочу начать объявлять эфиры всей следующей недели. Я буду ставить обратный отчет, вы можете на него нажать, и вам придет уведомление того дня, который вы выбрали и что вам будет интересно. Понедельник. Эфир с Сати Казановой. Мы поделимся практиками и медитациями, которыми мы сами пользуемся. И будет такая небольшая сессия саунд-хиллинга. Не пропустите, вы часто спрашиваете, с чего мы делаем поэтический вечер. Я считаю, что творчество и поэзия в частности влияет на нас колоссальным образом. Поэтому я совместно с поэтессой Ирой Астаховой делаю эфир во вторник. Будет очень трудно. В среду будет два эфира. Первый будет в час дня с Настей. Мы говорим про работу блогера с брендами. Очень полезный эфир. Готовьте свои блокнотики. Будет много прикладной информации. Ну и второй эфир в среду. Это эфир со мной, где мы будем медитировать. Я буду играть на чашах. Я готовлю очень необычную и сильную медитацию. Не пропустите в 5. В четверг эфир для девочек, мы с Наташенькой Бордо делаем бьюти-ток, каждая из нас поделится своими бьюти-советами, мы разберем какую-то часть косметички, и будет очень также информативно. Также в четверг на аккаунте Мурад Осман совместно с National Geographic мы сделаем очень интересный эфир, помечтаем, попутешествуем, расскажем очень интересные истории, не пропустите. Совместно с Вероникой мы развеем все мифы, связанные с терапией. Готовьте свои вопросы, будет очень много важной информации. На следующей неделе мы сделаем эфир, посвященный йоге. Мы сделаем йога-сет для начинающих совместно с йогом Каруной. Мы еще не определились днем, но обязательно сделаю анонс. Guys, you have been waiting for a long time live streaming with the yoga session. And in next week... It is happening. I promise you. What is finally coming true? To Hollywood. To Hollywood.